Чилик с бензопилой. Видите, как он прикольно бегает. Ого, кровище даже сделано. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанёк, Пика, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Здравствуйте. Ребятушки, вышел очень крутой пак на монстров, называется Outbreak. Очень классные монстры, имеют разные способности, и будем делать на них обзор. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Так, первый у нас пошел Pool Squad. Если я неправильно что-то прочитаю, не судите меня строго. О, так смотрите, это какой-то тигр у нас. Похоже на динозавра. Кстати, хочу сейчас сказать, что в них можно вселяться. Может, даже какие-то ролики с ними можно записать. Смотрите, взять под контроль. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы мы сняли с них ими что-то очень классное, напишите, мы хотим. И мы снимем сразу что-то офигенное. И если вам нравится ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А ну давайте я попробую за него что-то сделать. А ну да, я ударю. Сколько отнимает? Где-то 35 хп. Понял. А ну что, подожди, а на правую кнопку мыши что он делает? Арикулы. Ого, вынес сразу, нифига себе. Это было мощно. На, что, с одного раза убивает? Ну, да, если прям... Ой, красота, офигенный монстр, мне нравится. Так, побежали, побежали. А прыгать могу на него? Прыгать нельзя. Р, Ф. А ну лазить по стенам, да реально. А, нет. Уперся, как добик, и стоит. Так, выселяясь с него. А, не, выселиться нельзя, мы уже. Ладно, ставим заново. Теперь NPC воюет. Ого, сразу жестко. Да, он пожестче, смотрите, бегает, да? Или не, одинаково бегает. Да. Да, одинаково. Побежал, побежал, побежал. Как вы думаете, сколько у него жизней? Сейчас он побегает, немножко помочит, и мы проверять будем, сколько у них хп. Давайте возьмем что-то такое маломощное. Дробаш возьмем. Не, давайте арматура плюватель. Смотри, смотри, хочет догнать. Ладно. С одного раза что? В смысле? А че он такой слабый? Может, хорошо. Ну, наверное, да. Следующий у нас центаур. Че это за черепадла? А че он такой медленный? Просто вообще медлючий. Ой. А чё он такой медленный? А ну пусть меня ударит. Ого, с одного раза вынес. А у меня на жизни были неполные. А ну дайте еще раз проверю, как он выносит. Ого, у него стрёмная голова. 10 хп. Кстати, заражение идет. Я заразился, я не могу теперь быстро бегать. Офигенно сделано. Кстати, у него нету рук. У него сразу ноги, да? Как-то странно сделано. Ох, и стрёмно. У него руки. Ага, я понял. 6 рук. Шестируки. И харькается, и плюется. Ну давайте монтировку попробуем его забить. А! Захарькал. На. Кстати, у него больше жизни, чем у того. Немножечко больше было. Так, хорошо. Следующий у нас... Гоул. Так, а ну ударь меня. Я тоже думал, что это зомби, но это все-таки монстры. Потому что так как они вот это скрещенные и разные у них есть там фишки, то это как монстры идут. А ну что он делает? А ну он силу набирает какую-то? Ну жизни совсем мало, я так понимаю, у них. Ну может тут еще дальше и босс будет, так что ролик досмотрите до конца. Мы в конце заспамним всех этих монстров и с ними повоюем. Ну слабенькие, слабенькие мужики. Совсем слабучки. А псионик сталкер. О, это тоже что-то будет точно прикольное. О, горю! Во, это уже какие-то спецэффекты у него есть. Ого, замочил, а ну. Он оглушает. Офигеть. Не мочи, не мочи его, пока не надо. Кто он еще умеет? Вот просто так толкается, да? Да, и убивает. А если в это время прыгнуть? А ну сейчас, стойте, прыгну. Ой, я был в воздухе, все равно ударило. А! Убил меня без этой штуки. А еще визит, кстати. А, ну он, кстати, только в притирку, да, убивать? Сдалека не достает он. Смотрите, вот я стою. Да, не достает. А ну вот такое расстояние поближе. Тоже не достает. Или достало. Да, достало чуть-чуть. Тут хитбоксы. Ой-ой-ой. Ладно, я его попробую убить. Монтировкой.
слабенький, ребята, совсем костлявая морда. Скин Диссиматор. Челик с бензопилой. Смотрите, как он прикольно бегает. Не мочи, не мочи его, не надо. Давайте посмотрим, как он мочит. Ого, кровище даже сделано. А ну давайте он, пусть он походит. Хочу посмотреть, как он бегает. Это птица. Ха-ха, че он так бегает, как дурачок? Ты думал, будет побыстрее. Тихо, тихо, тихо. Че у него за голова? Ой-ой-ой-ой-ой, да, кстати, вот когда перед ты еле двигаешься, да? И убежать невозможно. Анимация крови прикольная. Да-да-да. Это уже, знаете, допилили прям мод классно. Полноценно, не лагающий, ничего. Это на животе у него такого, там, понятно. А что у него там на животе? Будто разрезали. Интеллект надо выключить, посмотреть. А ну давайте сейчас отключим. Так, отключить и... Стоять, мужик, стоять, псих. Вот, это... А, это штаны. А, это штаны. Нет. Так это же с Half-Life, знаете, есть такой... Я забыл, как его уже звали раньше. Блин, забыл. Играл тысячу раз и забыл. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого персонажа с Half-Life 2. Блин, вот крутится в голове и забыл. Так, попробуем ему в голову чисто стрельнуть. Не убивается стрелой. Так, включаем ему искусственный интеллект, погнали дальше. Ой. Не убивается, у него жизни... А, ладно. Да тихо, тихо, бензопила к коленкам приклеилась. А, у меня? Так, поехали дальше. Скиннер. Ух ты! Ха-ха, прикольно! Тихо-тихо, давайте посмотрим, что он умеет. На, ляща. Ого, он прыгает! У него что там, крючки вместо рук, да? А, меч и крючок. И мачете. И мачете. Не подходи ко мне, чудовище. А ну пусть он меня ударит. А ну, псих, я тут. Ого, заражение пошло. Ого, ты прыгаешь, психопат. А ну, Симон, не раз в голову, не умирает. Не, когда он... О, зарубил, зарубил. Убил? Когда он себя бьет, там сердцебиение слышно. Да-да-да-да-да, и, кстати, даже у кого-то... Понял. У них жизни, кстати, по 100 хп. Ну, кстати, вот этого, может, кто с бензопилой был, у него, конечно, побольше жизни. О, сейчас будет какой-то прикольный, называется Врэч. Ого, он быстро, ну давайте проверим скорость его. А ну, уходи, уходи. Мне кажется, он очень быстрый. Да-да-да, а ну давайте, давайте, дальше, дальше, уходи. А, он когда бьет, ты не можешь бегать. О, гонки, да. О, вот это скорость. И еще прыгает. Если из игры сталкер пришел, он прям да? Этого сталкера похож. Ребята, напишите в комментариях, с какой игры этот монстр. А что он в воздухе? Видели, как-то отталкивается? Да. Смотрите, раз, а потом как... Ну что он чудит? Дурак, что ли? Ого, у него глаза стрёмные. Ой, ой, ой. Эй, мужик, да ну хватит, ну не читери. А что это с ним? Тихо, тихо, вот это его глючит. Так, давайте карту очистим на всякий случай, то еще игра вылетит, я уже знаю эти все фишки. Так, стопэ, псих. Брейк лобает. Так, о, есть похожие. Врэч 2. Ого. Давайте его рассмотрим немножко. Кстати, да, наверное, это со сталкера, потому что у него противогаз одеты. Ай, замочил. Все, жизни у них мало, да, совсем? Да. Ну такие, не маломощные. Зомби-ассасин. О! О, вот это что-то уже поярче, пацаны. Только не стреляйте по нему, давайте посмотрим, как он мочит. Хэдкрабами может кидаться? Да, вот. Смотри, он хавает труп. Вот это уже классный какой-то монстр. Смотрите, кушает, кушает. Ест траву. Ай, блин! Хэдкраб, блин, потрогал его, сразу меня убил. Кстати, хэдкраб льется. Да не мочи его, пингвинус. Давайте проверим, что он может. Он очень быстро бегает. Да я знаю. Обычно... Подождите, а как он кидается хэдкрабами? Откуда он вылез? С живота, что ли? Да, с живота. Он, короче, заражает меня, да? Потом хэдкраб вылазит. Да, из груди он вытаскивает его. Так, 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 а сколько у меня жизни? У меня 17 жизней. Ого, у него руки прикольные. Ой, схвати меня. А ну-ка. Не, хэдкраб не вылез из кишков. Пошел, 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 псих. Давайте еще одного поставим такого же. А! Ты, психопат, вот это он прыгает. Он кидается чем-то еще. И кислотой кидается, и хэдкрабами. На, на. Вот это он жизни отнимает. Кстати, бегать потом невозможно после этого.
А вы убили этого челика, да? Все. Кончался. Да, да. Так, ну что, последний у нас пошел зомби-сталкер. Ну-ка. На. А он немой. Че он может? Только биться, как додик может. Он медленный прям вообще. А ну дать ему голову разстрелим. Ой, он слабый. Так, пацаны, сейчас, короче, мы сделаем битву. Я отключаю искусственный интеллект и заспамню их. Вы готовы повоевать? Да. Бегите, глупцы. Только давайте мощное оружие не будем сильно использовать, потому что мы их вынесем просто. За один раз всех. Я с МК буду. Я ее сейчас возьму. Ребята, сейчас будет, конечно, классно. Кто дострел до этого момента, тот красавчик. СВД. СВД хороший. Так, давайте поставим вот этих вот побольше монстров. Не, вот этих вот. Они прям вообще классные. Это ладно, я все записи пробую. Так, всех по одному, одного прям много поставил. Вы готовы? Надеюсь, они между собой драться не будут. Погнали. Ого! Захарькали сразу, я даже ничего не успел сделать. Ого! Ха-ха-ха, прикольно они. Тихо, 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 психи. Рабаш берем, ну чё, на. Ой, ещё попадать бы. Попал. Красавчики. Так, снайперка, я вижу, кто-то красавчик мочит их, выносит. Блин, ну они на расстоянии хорошо плюются. Ай-яй-яй-яй-яй, тут они харькуны вонючие. Так, АР-2 пошел вход. По головам. Ого, чувака растерзали просто мгновенно. А, прям слизь, видели, остается на теле? Блин, классный мод. Весит 200 мегабайт. А ну шарами. Шары даже отталкиваются, не убивают их, представляете? Вот эти вообще классные монстры. Не зря их поставил. Я знал, что у них жизни много, они бы жестко раскатить. Есть, сложил. Есть. Отлично. Их просто перевалили. Так, и ребята, последний тест. Я сейчас поставлю их. И мы взорвем небольшую бомбу возле них. Проверим, выдержат ли они ядерный взрыв. О, Дим, тут какая-то моча после них. Да? Там уже после тебя? Нет. Пасался. Так, пацаны. Пахнет. А пахнет я. Так, все, ставлю маленькую бомбочку, а вы пока отходите подальше. Так, давайте мы поставим что-то без радиации, чтобы радиации не было. Отвлекаться надо. Во, вот тут, вот есть. Все, вот бомбочка без радиации. Все, отходите, глупцы. Надеюсь, это не баночка делала. А что, о! Живые! Они ядерный взрыв выдерживают? Ну, конечно, потому что не радиация. Хорошо. Пацаны, отходите. Сейчас будет другой тест. 4 бомбы сбросил. Улетаем подальше, где нет радиации, чтобы выжить. Бегите, глупцы. Убили. Эй, Гаррисмод! Да, убились! Убились все! Убили все, ну и вылетел Гаррисмод. Ну и вылетел Гаррисмод, как всегда. Я же не помню, когда мы записывали этот Гаррисмод, чтобы он не вылетал. Если вам понравилась эта серия и этот обзор на монстров, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.